Проснулся, пошел ее бить. Смотрю, она почти умерла. И я такой, бля, ну что, опять ее бить? Я до этого тренировался 10 часов, у меня уже большой палец опух реально. Я думаю, ну что делать? Ну надо, походу, убивать ее. Я врубил просто две обилки, в нее коснуло, она умерла. Я такой, смотрите, я сильный.